Вот это должно быть на груди. О, так вот. Но тут она на мне не налазит, поэтому я вам потанцую, покажу свое платье. Я богиня. Ну, ты кого сейчас напоминаю сама себе? Я напоминаю себе Аллу Борисовну Пугачеву. Рататули, тра-та-та. Пошла кошка за кота. Боже, такое красивое платье, оно просто прелестное, прелестное. На меня оно не натягивается, потому что там корсет надо развязать. А если развяжу, то кто мне его завяжет? Сама я его не одену, но мне так хочется в нем пофоткаться. И не получается. Видите, моя гантеля. Скоро уже качаю, качаю себе жопу. Уже качаю, пузо убираю, но пока еще ничего не убралось. Все, всем пока. Ждите, смотрите, какой у меня красивый макияж. Под платье сделала себе. Ту-ту-ту-ту-ту. Вышла кошка за кота. Где мой вас? Я богиня. А еще у меня есть одно красивое платье. Между прочим, из-за этих платьев я не поехала за границу. Потому что на новогодних съемок я уже подсобирала денег себе на заграницу. Но все свои деньги, так как не с кем было мне поехать, я пустила на эти платья. И я сошла с ума, и мне нужна она. Всем пока!